Микита Сологуб, засновник першого веганського ресторану в Миколаєві, запевняє, що такий образ життя допомагає дбати про здоров'я, підвищувати рівень енергії та щастя. Відкрив ресторан із метою продемонструвати миколаївцям, що веганська кухня доволі різноманітна та дуже смачна. Так, що дійсно смачна. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дуже-дуже-дуже смачна. Дуже смачна. Взагалі, я знаю, от те, що сказала інформацію вас по знайому, так от, взагалі, ви дуже різностороння людина. Ви і теж і займаєтесь спортом, ви і турист, да. І завжди подорожуєте, і, я так розумію, розвиваєтесь постійно в чомусь новому, чимось да. Захоплюєтесь, так? Да. І веганство, я так розуміла, це теж було якесь нове захоплення. Ну, це вже просто то, во що вилилось мої познання о мірі, о собі. Ну, я просто старався ізучати себе і, як би, хотів становитися завжди лучше і прийшов от к веганству. Розкажіть, як це сталося взагалі? В який момент ви зрозуміли, що варто от перейти на такий спосіб життя і як це зробити? Тому що я, наприклад, не уявляю себе веганкою, там, ну, не знаю. На самом деле, это очень просто. Просто нужно избавиться от стереотипов мышления в голове, и все. Вот. Ну, я мясо, честно говоря, с детства не очень сильно любил, и остальные продукты животного происхождения тоже. Вот. Ну, так как я рос как бы в такой среде, где это являлось нормальным, то, естественно, я это как бы ел, все было хорошо. Вот. Но потом я встретил девушку, которая была веганкой, и как бы с помощью ее, вот как бы она явилась таким мостиком, чтобы перейти в этот мир. Mm-hmm. Вот. И таким образом я стал веганом. Mm-hmm. А за який період це вдалось перейти, можливо? Просто в один момент я принял решение и все. До этого я, ну, как бы об этом даже не думал, но после разговора просто сделал предложение, может быть, ты не будешь есть мясо больше. Я так подумал, так я его как бы и так особо не люблю, и решил mm-hmm. просто взять и исключить это, и все. С тех пор так и не ем. Окрім м'яса, що ви ще виключили зі свого раціону? Бо я знаю, що там особливе якесь харчування, от розкажіть. Да, є вегетаріанство, це виключення uh-huh. тільки м'яса. А є веганство, це виключення взагалі любых продуктів животного происхождения. Ну, вегани, вони, як правило, вообще исключають также алкоголь, табак, сахар і ще так многие разные вредные всякие там штуки. Вот. Но я сначала перешел на сыроедение. Это исключение продуктов, термически обработанных, выше 42 градусов, для того, чтобы очистить организм, чтобы было легче находиться на веганстве. Вот. Но спустя несколько месяцев я вернулся обратно на вегетарианство. То есть я позволяю себе некоторые продукты, там яйца, молочку, ну, в основном из-за того, что я очень люблю сладкое. Вот. И у себя на кухне мы пока что сладкое еще не сделали. Вот. Поэтому я себе разрешаю там какие-нибудь там печеньки вот, поесть. Ну, вот так вот. А вони особливі, бо я знаю, що ви відмовились від цукру. Є якісь результати? От розкажіть, як це все відбувається? Ну, к сожалению, без сахара очень мало у нас, что можно купить. Mm-hmm. Вот, поэтому сахар тоже я пока что вот в таких вот, в чем-то сладком я себе это позволяю. То есть здесь нельзя от ума делать себе каких-то запретов. Нужно очень хорошо чувствовать свое тело, mm-hmm. потому что если от ума делать себе какие-то запреты, это может потом вылиться в неприятности. Это есть такое. Mm-hmm. То есть все надо делать с умом, нужно чувствовать свое тело. Слухайте, ну дайте поради, от нам такі конкретні, короткі, от з якого віку можна переходити, можливо, чи можна там підліткам вже перейти на веганство, чи краще пізніше, і як поступово це, через який проміжок часу ми переходимо це веганство? Понимаете, здесь, к сожалению, очень большая зашоренность умов в головах, и если я скажу о том, что с рождения можно сразу же становиться веганом, я знаю очень много вариантов родителей, которые детей рожают, они там, как правило, путешествуют по всему миру, то есть это не люди, которые там есть у нас в городе или еще что-либо, то они детей с самого детства переводят на веганство и просто не дают животным, ну, продукты с животными происхождениями. И дети mm-hmm. просто прекрасные, здоровые, активные, не болеют, ну, все прекрасно. Mm-hmm. Вот. Но я уверен, что многие люди скажут, ай-яй-яй, это неправильно, это плохо. Там... Ну, в думках, да, одразу виникаєш. Дитина ж має сама вибрати, а не батьки їм дають да, спосіб. Да. Вот. Но, тем не менее, вот есть такие примеры таких людей. Угу. Поэтому здесь как бы возраст не имеет значения абсолютно. Тобто це вже ваша свідомість, як підказує, да. так? Якщо да. хочете, переходьте, якщо ні, то да. продовжуйте жити так, як жили і раніше. Я знаю, що це доволі популярна практика веганства, вегетаріанства за кордоном, але у нас в Миколаєві це так, ну, запущена так, практика. І ви тому вирішили відкрити ресторан саме такої да. кухні. Да. Розкажіть про це.
Ну, на данный момент в мире около 1 миллиарда человек уже отказались от мяса. Но половину из них находятся в Индии. То есть 500 000 человек, вегетарианцев, они в Индии. Все остальные это разбросаны по миру. Вот. Ну, в Украине вот проводили недавно исследования. Я, конечно, не знаю, как они их проводили, потому что это, ну, не просто так посчитать. То на данный момент несколько миллионов человек в Украине уже тоже отказались от мяса. Вот. Но в основном они находятся там во Львове, в Киеве, где-то в центре, потому что там это более развито, там ближе к Европе. Как бы там, ну, то есть люди путешествуют, это все там развито и востребовано. Ну, тем более там как бы население больше. У нас, да, к сожалению, это все очень запущено. Но я думаю, что мы этого исправим. Але потому, шанс что... розвивати це є, так? Да, 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 очень востребовано. Очень-очень людям всем понравилось. И все прям сказали, клас, давайте, мы вот прям верим в вас. От. Ну, я знаю, що ви там різні смаколики, от дійсно корисні. От розкажіть трохи про це і, можливо, дайте пораду нашим глядачам от зараз на сніданок чи що взяти із собою на роботу, що ви порекомендуєте от з такої кухні. Я би посоветовал їсти як можна більше фруктів і овочей. Вот, если есть возможность, сделайте там с собой салатик побольше, там бананы, ананасы, манго, то есть все это у нас есть, как бы сейчас уже, к сожалению, сезон прошел, было очень много фруктов, надо было их есть как можно больше. То есть я, в принципе, вообще мог бы питаться только одними фруктами, потому что за сыроедением есть еще следующий этап, когда люди переходят на фрукторианство, едят одни только фрукты годами. И у них еще выше уровень энергии, они вообще больше не болеют. Ну там, конечно, люди уже немножко другие, там это уже связано там с духовными практиками и так далее. Вот. Поэтому, когда был сезон, можно было очень классно питаться фруктами. Вот. Ну, зараз теж можна щось знайти на полицях, якщо хочете бути здоровими, то можна не пошкодувати коштів і от купувати фрукти, овочі, так, і хоча б за зиму набирати свої вітаміни, щоб потім не було проблем. Так. Ще орешки, но з орешками тяжело, тому що їх нужно замачувати мінімум 2 суток. Да, є такий нюанс, любі орехи нужно обов'язково замачувати. Вони переходять в активну фазу, коли замачуються, і у них активуються определенные вещества, которые помогают ореху, ну, когда он начинает прорастать. Этот вот момент на химическом уровне орешек меняется, вот, и тогда он намного лучше усваивается. Ага, тобто не їсти їх в такому вигляді, як продають, а все ж замочить, так? Да, обязательно это. Ось запам'ятали, що от чому корисно знати, от ось таке, треба вивчати щось нове для себе. А ну поділіться, ви, я знаю, ви подорожуєте часто, і сьогодні, до речі, день туризму теж. Як ось цей спосіб життя допомагає вам, можливо, подолати якісь нові. Ну, нові горизонти, можливо, дороги. Вот я на велосипеде поехал кататься и проехал 1500 километров, пропутешествовал на велосипеде. И в своем путешествии я познакомился как раз с этой девушкой. И как бы благодаря этому вот как бы я на это натолкнулся. Вот, но там интересно как бы сказать, почему я поехал. Я увлекся разными науками, типа квантовой физики, нейробиологии, космологии. То есть я пытался разобраться, как вообще устроен человек, как устроен мир, что такое энергия, там, в эзотерику тоже полез, в науку. То есть с разных сторон пытался понять, как вообще все здесь работает. Вот. И после этого я как бы устал, потому что я прям с утра до ночи решил куда-нибудь поехать на велосипеде, вот и поехал кататься 1500 километров. Тобто минулися пізнавати себе, треба відпочити від цього. Так, ну, да, вот, і как бы, мої нові знання вот, привели мене вот, в таке. Вот. Ну, це круто. І я бажаю вам успіху у розвитку цього веганського ресторану, щоб все вдалося. Я знаю, що зараз ви працюєте над цим. Да, це крута річ, тому що і в мене багато знайомих теж веганів, і вони завжди, у мене подруга, наприклад, завжди в неї проблема, що ж взяти з собою їсти, бо я така, що можу взяти все, що завгодно, а їй треба подумати, бо там частенько є щось таке, м'ясо є, ось ця проблема. От давайте так, наостанок для наших глядачів. Чому корисно переходити на веганство? Ну, здесь вообще как бы три аспекта есть. Первый – это здоровье человека. То есть ну, каждый год Центр по контролю смертности в США публикует причины смертности, ну, основные причины смертности людей. И если взять топ-10, то в них так или иначе, в большей или меньшей степени, виноваты продукты животного происхождения. Это уже на данный момент экспертами подтверждено, независимыми, потому что как бы есть зависимые, которые подстраивают.
Вот. Также это экология планеты. Животноводство наносит намного больше вклад в потепление, чем весь транспортный сектор вместе взятый. Все машины, пароходы, самолеты, все вместе взятое наносит меньше вред, чем продукт, ну, чем животноводство. Uh-huh. Вот. Ну и как бы третий аспект – это этичность. Если хотите, как бы есть фильмы в Ютубе, рекомендую посмотреть, как живут, ну, на фермах все устроено, как работает. Я думаю, что после этого вы можете. Ой, я вже дивитися ці фільми, я вже уявила, що там можуть показувати. Да, ну, кстати, стоит упомянуть, что свинья, она мир ощущает точно так же, как трехлетний ребенок. Полностью. Психологічні, фізичні, ну це точно так же, як трьохлітній ребенок. Треба розуміти. Веганство – це такий спосіб задуматися, як ми живемо і що ми їмо. Я, наприклад, зараз вже переварю те, що я буду зараз їсти на обід. Ну добре, подумаю про це пізніше. Дякую вам. Я бажаю вам успіху. Чекаємо вас у студії вже, можливо, з якимись сніданками корисними. Щось будемо готувати, показувати нашим глядачам. Я нагадую, Микита Сологуб, засновник першого веганського ресторану в Миколаєві, був сьогодні у нас в гостях, поділився своїми знаннями. Я сподіваюся, вони будуть корисні для вас, можливо, щось для себе передумати. Дякую вам.